Сегодня нашу программу конференции входит Нава Элми, это основатель и юрист Нава Элми, канадская миграция. Это юридическая фирма. Здравствуйте, Марина. Дайте мне знать, когда вы хотите, чтобы я запустила презентацию. Да, вы можете уже запустить презентацию, а у меня будет кое-какой вопрос к вам. Может быть, вы могли бы сделать презентацию, и затем у меня будет к вам вопрос. Отлично. Добрый вечер. Добрый день всем. Здорово участвовать здесь. Спасибо Боско большое за организацию этого прекрасного вебинара. Презентация на экране. Прекрасно. Итак, мы являемся канадской правовой юридической миграционной фирмой. Мы в основном специализируемся на бизнес-миграции. И сегодняшнее обсуждение будет посвящено тому, как кто-то, желающий открыть в Канаде бизнес, может эмигрировать в Канаду. Название нашей правовой фирмы – это Нава Элми. Мы находимся в Торонто. Торонто – это провинция Онтарио. И Онтарио, Канада – это та провинция, которая принимает наибольшее количество иммигрантов. Онтария, одна провинция Онтария, и ее размер такой же, как Франция и Испания вместе взятых. Канада – это новая страна, здесь огромное, здесь море возможностей. Я хочу немножко предоставить информацию о себе. Я из Франции. Мои родители были оба персами, иранцами. Я эмигрировала 10 лет назад из Франции в Канаду. Я являюсь сама иммигрантом, я являюсь сама предпринимателем, и я специализируюсь на именно на том, что привожу предпринимателей в Канаду. Хочу предоставить очень быстрый обзор, учитывая наш регламент. Давайте не забывать, что Канада использует около 100 разных иммиграционных программ. И сегодня мы будем коротко говорить об основных бизнес-иммиграционных программах, которые у нас есть в Канаде. В конечном итоге все, что относится к закону, на самом деле должно рассматриваться на каждом, должно рассматриваться отдельным образом. То есть каждое дело нужно рассматривать отдельно. Позвольте мне немножко рассказать вам об общих требованиях, когда мы говорим об эмиграции в Канаду. Во-первых, мы рассмотрим опыт управления. Являетесь ли вы владельцем, старшим менеджером? Сколько лет опыта у вас есть в управлении бизнесом и управлении людьми? Бизнес требует денег. Сколько денег у вас есть? Сколько денег есть у вас на корпоративном банковском счету, на личном банковском счету, сколько у вас в целом денег, какова чистая сумма. Это ключевая информация в рамках любой стратегии, которую мы затребуем обычно. Любая бизнес-эмиграция требует наличия бизнес-плана, который должен быть очень тщательным, очень подробным, и он должен соответствовать тому, что хочет видеть иммиграционная служба. По большинству программ мы также будем инкорпорировать бизнес в Канаде. Поэтому вы должны продемонстрировать в Канаде то, что вы уже являетесь зарегистрированной компанией. Когда мы говорим о бизнес-иммиграции, мы говорим об активном владении, об активном управлении. Все здесь отличается просто от статуса инвестора, когда вы даете деньги и затем получаете гражданство, паспорт или же разрешение на временное проживание. Все программы в Канаде сейчас требуют вашего физического присутствия в Канаде, чтобы вы управляли сами своим бизнесом в Канаде. Конечно, вам необходим минимальный английский, если вы приезжаете по причине бизнеса. Бизнес, независимо от того, где вы в мире находитесь, не является легким делом, и тем более будет трудно, если вы не говорите на английском. Поэтому мы работаем с заявителями, у которых есть минимальный уровень английского языка для начала. Затем, среди преимуществ иммиграции в Канаду,
как предприниматель входит фактор безопасности, учитывая все, что происходит сейчас в мире, финансовая безопасность, безопасность семьи хотят лучшего образования для детей, для безопасности для своей семьи. И также у нас мы предлагаем медицинское страхование. Даже если вы приедете временно в Канаду, вы окажетесь на медицинской страховке в Канаде. Кого можно включить в ваше заявление? Это вы, ваш супруг или супруга, дети до 22 лет могут сопровождать вас также. А теперь, как наша юридическая фирма может помочь вам в этом процессе? Мы, на самом деле, помогаем нашим клиентам от А до Я. Вначале самая важная часть – это стратегия. Это самая важная часть любого заявления. И когда речь идет о стратегии, мы должны обозначить соответствие между тем, чего хочет видеть иммиграционный офис и бизнесом. Нам необходимо объединить эти два компонента с тем, чтобы иммиграционная служба и бизнес, чтобы в контексте иммиграции бизнеса все это имело смысл. Суть в том, каков ваш бизнес. Иногда у нас есть клиенты, у которых есть хорошие идеи, но они не проводили рыночные исследования, они не знают, где в Канаде они должны будут обосноваться, и мы им помогаем. Поэтому принять решение о том, какая бизнес-концепция имеет смысл на основе потребностей Канады и также на основе потребностей той провинции, которую они хотят остановиться, и, конечно же, на основе их личной биографии. Мы находим место, не забывайте о размерах Канады, в зависимости от ваших предпочтений, а также от того вида, которым будете заниматься. Мы будем проводить рыночные исследования, для того, чтобы понять, где будет расположен ваш бизнес, и затем и где вы также сможете связаться с вашей сетью брокеров, посредников для выбора недвижимости и проведения бизнеса. Затем бизнес-план, он является решающим важным. Это один из основных документов, которые помимо заявлений вы должны будете предоставить. Мы также помогаем в регистрации компании. Это означает, мы регистрируем вашу компанию в Канаде. Конечно же, суть нашего бизнеса заключается в самой иммиграции. А теперь я хочу предоставить вам краткий обзор программ. И первая программа, которую мы будем обсуждать, это открытие филиала компании в Канаде. Это означает, что у вас должна быть успешная компания у себя на родине. У вас там должна быть компания с работниками, которая занимается продажами и получает доходы. В качестве общего правила, когда мы говорим о доходах, мы хотим видеть минимальный доход 100 тысяч канадских долларов в год. Это самая суть, основные условия, которые вам необходимо выполнить для того, чтобы вообще думать об открытии филиала в Канаде. И поскольку мы хотим видеть ваш бывший успех, вашей компании, мы советуем вам, чтобы ваша компания, чтобы вы продемонстрировали, как работает ваша компания дома в течение прошлого года. Как и любая программа иммиграции, мы рассматриваем также финансовые вопросы. Нигде в законе не говорится, что вам необходимо сделать минимальные инвестиции или обладать минимальной суммой денег. Однако на практике, если вы хотите, чтобы ваше заявление было сильным, мы хотим, чтобы вы продемонстрировали по крайней мере 400 тысяч канадских долларов. Так что, мы говорим сегодня только о канадских долларах. То есть речь идет о наличии наличных средств в банке плюс недвижимость.
И как минимум это все должно в совокупности составлять 400 тысяч канадских долларов. Затем инвестиции. Сколько инвестиций вы должны сделать в ваш канадский филиал для того, чтобы добиться успеха в Канаде? Это как минимум 200 тысяч канадских долларов. Цифры будут зависеть от того вида бизнеса, которым вы захотите заниматься в Канаде. Если вы создадите производственную компанию, там могут быть миллионы долларов. Если вы... Если вы создадите компанию, которая потребует только наличия виртуального офиса и компьютера, тогда, конечно, инвестиций будет гораздо меньше. Когда вы открываете филиал, что вы на самом деле получаете? Вы получите разрешение на работу на один год с возможностью продления также. И затем в течение какого периода времени вы получите это разрешение на работу? Время оформления любого заявления в Канаде зависит от того, откуда вы подаете свои документы. Если вы в Европе, в России, на Ближнем Востоке, то время будет разным, оно не будет одинаковым в зависимости от того места, где вы находитесь. Но если вы хотите приблизительно знать, обычно это занимает от 6 до 8 месяцев. Кстати говоря, эта презентация будет разослана всем посетителям в конце конференции, так что вам нет необходимости запоминать все или же делать какие-то конспекты. Я сегодня должна говорить очень быстро, поэтому я сейчас перечислю одну программу за другой. Еще одна иммиграционная программа – это открытие нового бизнеса или покупка существующего бизнеса в Канаде. Это также программа, которая очень привлекательна для многих заявителей, потому что не у всех есть уже готовый бизнес дома, на основе которого они могли бы открыть филиал. Кто-то может захотеть открыть новый бизнес, или же их интересует покупка существующего бизнеса, который будет заниматься продажами в Канаде. И когда мы говорим о покупке бизнеса или открытии бизнеса, это также может быть и франшиза. И стоимость франшизы для людей, которые не знают, что это такое, это, например, если вы хотите открыть еще один Макдональдс, это будет франшиза. Итак, ценность франшизы заключается в том, что у вас уже есть определенный формат, определенная система, вы будете знать, кто ваши потребители, кто ваши поставщики, сколько доходов вы будете получать и так далее, какие продажи у вас будут. Итак, все провинции в Канаде используют такого рода программы. Сейчас большинство людей знают об Онтарио и Британской Колумбии, потому что это провинции, которые принимают наибольшее количество иммигрантов. Онтарио является ключевой провинцией, где большинство вещей происходит. Британская Колумбия находится поблизости от Онтарио также и в бизнес-плане, но находится в противоположном направлении географически. Одна на востоке, другая на западе. Я буду говорить в основном об Онтарио и Британской Колумбии, но на самом деле эти программы, эти процессы, они, в общем-то, все открыты для этой программы. То есть, если вы отправляетесь в провинцию, вам нужно вначале продемонстрировать бизнес-концепцию провинции, то есть, чем вы будете заниматься в Канаде. Это так называемый обзор бизнес-плана. Затем нам нужно будет подождать, пока провинция вас выберет. И процесс выбора основан на различных критериях, таких как где вы зарегистрируете свою компанию, сколько работников вы наймете, какие по размеру будут у вас инвестиции и так далее. Как только вас выбирают, вы подаете полное заявление в провинции, затем мы подготавливаем вас к собеседованию в провинции, сейчас они проводятся в режиме онлайн, и затем после собеседования мы подадим документы на двухлетнее разрешение на работу, которое позволит вам
на самом деле реализовать то, что вы, то, о чем вы говорите в бизнес-плане. Вы приедете в Канаду, вы откроете свой бизнес, начнете управлять своим бизнесом в течение 2 лет, и спустя 2 года провинция скажет: удивительно, вы запустили бизнес, создали несколько рабочих мест, вы сделали свои инвестиции, а теперь мы поддержим ваше заявление на получение постоянного на получение постоянного места жительства. Только через 2 года это возможно для вас, для вашего супруга и для ваших детей, которым меньше 22 лет. Итак, вам необходимо наличие управленческого опыта. Вы не можете быть просто работником, захотев открыть бизнес по этой программе. Вам необходимо наличие опыта в одном и том же секторе. Вы должны быть готовы открыть и управлять бизнесом самостоятельно. То есть большую часть времени вы должны будете находиться в Канаде. Вам необходимо обладать минимальным английским. Когда мы говорим о деньгах, об инвестициях, о каких суммах мы на самом деле говорим в Онтарио, минимальные инвестиции составляют 400 тысяч канадских долларов, это минимум. В идеале вам необходимо больше, чем 400 тысяч. А теперь каковы инвестиции? Из 400 тысяч половина составит инвестиции в ваш бизнес. В Британской Колумбии минимальная сумма составляет 600 тысяч, инвестиции опять же 200 тысяч. Просто чтобы вы четко и ясно понимали, это не дополнительные инвестиции, это 200 тысяч. Это 200 тысяч из 400 тысяч. Вы получаете разрешение на работу на 2 года, после этого вы можете подать заявление на постоянное место жительства через 2 года, и от 8 до 12 месяцев требуется на получение этого разрешения. Сейчас также существует еще одна программа для людей, которые обладают уникальным продуктом, услугой или же уникальным процессом. Разрешение на работу по значительному преимуществу. Например, если вы хотите открыть французские пекарни, это нечто уникальное. Французские пекарни в Канаде, это нечто уникальное в Канаде. Поэтому мы открываем, например, если мы открываем строительную компанию или же магазин для продажи мороженого, или же вот строительная компания, которая выпускает уникальную продукцию. И на самом деле здесь нет четкого определения того, что означает на самом деле значительное преимущество. Поэтому давайте рассмотрим бизнес в Канаде. Вы должны обладать чем-то уникальным, бизнес в Канаде должен оказывать услуги, выпускать продукты или обладать процессом, который принесет Канаде значительные экономические, социальные и культурные выгоды. Вы должны создавать рабочие места, вы должны быть лидером в этой области, в своей стране уже. Мы говорим о приблизительно минимальной чистой стоимости в размере 400 тысяч и минимальных инвестиций в Канаде в размере 200 тысяч. Вы увидите, что все программы в Канаде поддерживают одни и те же размеры инвестиций. Вы должны будете разрешение на работу на 1 или 2 года, вы получите в течение 6-8 месяцев с возможностью продления. Существуют конкретные иммиграционные программы для людей, которые являются лидерами и также спортсменами на национальном уровне. Суть программы заключается в том, что она позволяет получить сразу постоянное место жительства. Мы представляем
заявление, непосредственно заявление на постоянное место жительства, вот, и в отличие от тех программ, о которых мы говорили, которые начинаются с рабочего, с разрешения на работу, когда вы приезжаете в Канаду, управляете бизнесом, через 2 года подаете документы на постоянное место жительства, а по этой программе, если вы уже являетесь лидером на национальном или международном уровне в сфере искусства, в сфере, в области спорта, например, это может быть очень ценной программой. И ваша цель также должна заключаться в том, чтобы приехать в Канаду, чтобы открыть свой собственный художественный или спортивный бизнес. Но ценность заключается здесь в том, что вы не делаете инвестиции в полном размере сразу. Вы составляете бизнес-план и собираете, говорите о том, что вы собираетесь делать в Канаде, когда вы получите постоянно статус постоянно проживающего. То есть я хочу привести примеры. Вы можете быть музыкантами, певцами, танцорами, хореографами, дизайнерами, художниками, учителями музыки, иллюстраторами, кинорежиссерами, театральными или музыкальными режиссерами, импресарио, тренерами, спортсменами. Все вот эти вот лидеры, они могут подавать такого рода заявления. Для того, чтобы быть лидером, вы не можете быть... Вы не можете играть в футбол в течение 2 недели в неделю. Это должно быть вашей работой на полную ставку. Мы говорим, например, сейчас о 50 тысячах, о минимальной чистых стоимости, это 50 тысяч канадских долларов. Ваши инвестиции будут зависеть в Канаде от бизнеса. В том суть вашего бизнеса, что будет отражаться в вашем бизнес-плане. Вы должны будете продемонстрировать наличие у вас достаточного количества средств для того, чтобы управлять бизнесом. На это требуется 3 года. Множество из наших клиентов не против этого, потому что они продолжают находиться в своих странах, и через 3 года они приезжают за получением постоянного место жительства. Еще одна программа, которая очень успешна сейчас, это технический бизнес, виза для стартапов. Здесь в основном эта программа сосредотачивается на технологических бизнесах. Вам необходимо вести технологический бизнес, каким-то элементом которого являются инновации, и вы должны создавать рабочие места в Канаде. Наша команда состоит из бизнес-технологических консультантов, которые помогают нашим клиентам в области инноваций и бизнес-концепции для того, чтобы развить идею людей в Канаде. Насколько выполнима, притворима в жизнь эта бизнес-идея? Суть заключается в том, что в результате человек получает постоянное место жительства, право на постоянное место жительства. Еще одно преимущество – это то, что помимо того, что получаете право на постоянное место жительства сразу, необходимо 2 или 3 года ожидания. Вы даже можете подать документы на получение разрешения на работу для того, чтобы запустить свой стартап в Канаде. Это демонстрирует то, насколько гибкой является эта программа для заявителей. Еще одна подлинная ценность заключается в том, что у вас может быть до 5 соучредителей в вашем стартапе, что означает, что вы можете разделить работу и расходы между вашими соучредителями. Также вы будете работать с наставниками. Наша команда бизнес-консультантов, технологических консультантов будут сопровождать вас от начала до конца. Вы также будете работать канадским инвесторам, который предоставит вам офис, бизнес, предложит вам бизнес-стратегию и откроет целую сеть для вас в Канаде. Еще один ключевой момент – это то, что вам не нужно получать доходы, точнее, прибыли. Вы просто должны продемонстрировать, что вы работаете в своем бизнесе, но нигде в законе не говорится, что ваш стартап должен получать прибыль. Когда мы говорим, то, о чем мы говорим, касается денег. Это касается заявителей, у которых есть как минимум 300 тысяч канадских долларов. Опять-таки,
Это отличается инвестиций. Минимальная чистая стоимость означает, что вы обладаете финансовой возможностью для реализации бизнеса, и инвестиции, на самом деле, это деньги, которые вам нужно будет инвестировать в свой бизнес. По этой программе мы рекомендуем инвестировать как минимум 150 тысяч канадских долларов в стартап. Опять-таки, эти суммы делятся, разнятся. То есть заявители делят сумму на определенные части. Здесь определенные недостатки этой программы, которые заключаются в том, что вам необходимо работать над своим стартапом. Вы не можете полагаться на ваших инвесторов или наставников, которые будут делать это для вас. Вам нужно продемонстрировать иммиграционной службе, что вы наняли канадцев, вы проводите исследовательскую работу, пока вы не получите постоянное право на постоянное место жительства. Опять-таки, ни одна из бизнес-иммиграционных программ Канады не являются в этом смысле пассивными. Они предполагают, что вы активно будете участвовать в своем бизнесе, как я уже упоминала. На это требуется приблизительно 3 года, то есть на получение постоянного права на постоянное место жительства. А теперь я хочу поговорить о гражданстве. Большинство заявителей хотят получения паспорта. Мы говорим о создании стратегии не только с целью получения разрешения на работу или постоянного права на постоянное проживание. Мы до самого конца разрабатываем стратегию, то есть получение паспорта. Итак, общий сценарий получения паспорта в Канаде заключается в том, что вы начинаете с постоянного места жительства. Вы получаете разрешение на работу, через 2 года постоянное место жительства, через 3 года вы подаете документы на получение паспорта. В целом требуется приблизительно 5 лет с момента первого въезда в страну для получения паспорта. И, пожалуйста, не забывайте, что вам нужно в Канаде находиться как минимум 3 года с того момента, как вы получите право на подачи документов на паспорт. То есть это не должен быть один непрерывный период времени. Вы можете приезжать и уезжать, но в конечном итоге вы должны продемонстрировать иммиграционной службе, что вы в целом находились в Канаде 3 года. Я надеюсь, что я смогла соблюсти регламент Боско. Я сделала все, что смогла для того, чтобы предоставить вам обзор нашей фирмы. Это канадская иммиграционная правовая фирма. Мы концентрируемся только на иммиграционных услугах. Мы работаем только... Я особенно сосредотачиваюсь на бизнес-иммиграции. Это означает предпринимателей, которые хотят создать бизнес в Канаде. Поэтому я здесь разместила свои контактные данные. Лучше всего со мной связываться по электронной почте. Марина, передаю вам слово. У меня есть вопрос к вам. Вообще-то у меня много вопросов, но я задам тот, который очень даже актуален сейчас. Все задают этот вопрос. Они спрашивают о новой программе для украинцев. Можете рассказать о ней? Потому что я уверен, что вы знаете. Украинцы полностью отличаются от предпринимателей. То есть это не имеет никакого отношения к теме сегодняшней презентации. Но Канада полностью открыла свои двери для украинцев. Даже нет никаких ограничений в плане того, сколько людей могут подать документы из Украины. На веб-сайте все очень хорошо поясняется. И, прочитав эту информацию, каждый сможет понять, как обращаться в Канаде. Вам даже юрист для этого не понадобится там. Еще один вопрос также. Каково условие начала бизнеса в Канаде не гражданами? Вы уже ответили на этот вопрос.
очень четким образом. Questions coming and coming, but most of them really about поступают, но большинство из so них, I can read now они, они касаются украинцев. Здесь есть три или четыре вопроса аналогичных. Они спрашивают о плюсах и минусах иммиграции украинцев в Канаду. Я только что прочитал в новостях, что Канада подготовила рабочие места для украинцев, предоставила им возможности проживания, но программы, может быть, меняются, я не знаю. Канада удивительным образом помогает украинцам, и я думаю, что никакая другая страна не сделала столько для украинцев, сколько Канада. Поэтому, опять же, украинцы, все от ваших отпечатков пальцев, весь вся процедура на иммиграционном веб-сайте описана. Федеральное правительство и у федерального правительства и также у провинции есть конкретные программы трудоустройства, которые могут ускорить вашу иммиграцию. Вижу несколько вопросов, которые на самом деле относятся к бизнес-иммиграции. Один из них: имеет ли значение, из какой страны приехал заявитель, в плане того, то есть зависит ли страна, из которой заявитель приехал, на то, насколько он может получить, его заявление может быть принято. В реальности имеет значение, но если вы из Франции, если вы из Африки, то степень проверки будет абсолютно другой. Причина заключается в том, что некоторые федеральные программы по этим программам вам нужно продемонстрировать, что вы приехали на короткий промежуток времени, 1-2 года, а затем вы поедете обратно. Даже если вы затем планируете подавать документы на право получения постоянного места жительства, право на постоянное проживание, то есть степень проверки, тщательность проверки будет более серьезной, но в реальности закон один и тот же. Мы работаем с документами нигерийцев, французов, и они все принимаются, если стратегия правильно выстроена с самого начала. Поэтому ключевым моментом является способность продемонстрировать связи, очень прочные связи с вашей родиной. Хорошо, да-да-да, потому что здесь есть еще один вопрос. So I see another question, and it's about я вижу еще один вопрос, он относится к возрасту. Имеет ли значение в принятии решения возраст заявителя? Это зависит от программы, и они будут рассматривать не один критерий, а все критерии. Давайте скажем, вам 50 лет, но у вас есть 500 тысяч инвестиций. Давайте скажем, у вас 23 года, но вы работаете 16 лет. Important role in your company, and you have, и вы играете очень важную роль в своей компании, и вы сделали очень много для компании к моменту иммиграции. Некоторые программы предполагают возрастные ограничения. Некоторые говорят, что они принимают людей в возрасте от 19 до 45 лет. У некоторых, по некоторым программам нет ограничений, но, конечно, когда иммиграционный офицер будет рассматривать ваш файл, они будут рассматривать все критерии, а не только один. Я вижу еще один вопрос. Разве недостаточно, чтобы кто-то говорил только на французском? В Квебеке, например. Нет, этого недостаточно. Недостаточно ли это? Там должен присутствовать английский. Они также спрашивают, какой город самый лучший в Канаде? Какой город является хорошим для создания стартапа? Конечно, всем нравятся свои города, правильно? Я закончу ответ на этот вопрос. В Канаде используются два языка, французский и английский. Поэтому официальный язык – это французский и английский. И по этой причине лично я выбрала Канаду для иммиграции.
Все, что вы делаете, можно делать на двух языках, включая и в рамках эмиграции. Французский является гигантским преимуществом, но ваш вопрос, разве недостаточно, чтобы кто-то говорил на французском только? Конечно, нет. Вам необходимо наличие денег, вам необходимо наличие образования, опыт в руководстве, и также вам нужно обладать языком. По языку вы можете говорить на английском или французском, а лучше будет, если вы будете говорить на обеих языках. Теперь я отвечу на ваш вопрос о том, какой город является самым лучшим. Это будет зависеть от вашего бизнеса. Какого рода бизнес вы создаете? Нужно ли вам работать поблизости от воды? Может быть, близость к аэропорту важна, потому что вы много ездите. Каковы ваши предпочтения? У меня есть клиенты, которые хотят жить в более маленьких городах. И мне нравится проживание в крупных городах. У меня есть клиенты, которым нравится жить только в крупных городах, потому что им не нравится жить в маленьких. У меня есть клиенты с семьями и друзьями в некоторых городах, поэтому они хотят быть ближе к ним. Поэтому, опять же, иммиграция в целом, я уж не говорю про бизнес-иммиграцию, это вот именно тот контекст, в котором мы рассматриваем. Мы рассматриваем личный контекст, бизнес-контекст и то, что имеет смысл в Канаде. Тут возник еще один вопрос, где говорится о Тараше. Пробел, вот будут ли, создадут ли проблемы, для меня проблемы, пробелы в моем рабочем опыте, в моем стадии. Все зависит от того, о каких пробелах мы говорим. Были ли это пробелы, когда вы занимались чем-то совершенно другим, или это был пробел, когда вы учились на получение степени магистра, или у вас были проблемы со здоровьем? Чем вы занимались во время этих пропусков, этих перерывов? И также очень важно, что вы делали до и после этого пробела. Ответ на вопрос нет, это не повлияет, но это также зависит от того, все будет зависеть от того, как вы обосновываете такого рода пробелы в вашем стаже. Все имеет смысл, если вы обращаетесь на предмет получения с целью бизнеса миграции, вы должны продемонстрировать свою способность добиться успешного бизнеса в Канаде. Need to discuss about that. If not, then it should be fine. Dear Nava, we have to move to Artem. Дорогая Нава, нам сейчас нужно передавать слово Артему. Я хотела представить его и после, потому что я получаю большое количество вопросов по вашей презентации. Мы вернемся к вам обратно по окончании презентации. Вы сможете ответить на другие вопросы.